Всем-всем привет! Мы сегодня приехали в очень-очень красивое и зеленое место. Это водопад Куршуну. И сейчас мы будем заходить внутрь. Для этого нам нужно приобрести билетик. Так, он стоит 9 лир. Вот прошли мы внутрь. Водопад находится на территории огромного парка. Здесь очень зелено, и при том деревья выглядят очень яркими. Прям такой вот сочно-зеленый цвет. Я не знаю, насколько моя камера может передать этот цвет. И, конечно же, здесь очень свежий воздух и приятная прохлада. По сравнению с жаркой Анталией, здесь такой райский оазис. Сейчас мы хотим подойти к водопадам, пофоткаться. Ой, зверюшки, ослик, верблюдик бедненький. Вот на них можно покататься. Территория парка очень большая. Здесь на территории есть несколько кафе, где можно перекусить. Есть различные детские площадки, территория для семейного отдыха, для пикника. Так, ну и вся территория, весь парк, он услан такими вот дорожками, переходами, ступенечками. Вот они выложены из такого мелкого камня. Поэтому, чтобы гулять здесь, нужно обязательно одевать удобную обувь. Потому что вот некоторые места, где сыро, здесь достаточно скользко. Здесь очень много супер классных мест и локаций, где можно сделать супер классные фотки. Поэтому для девочек я рекомендую взять несколько нарядов. Вот, и я, конечно же, предварительно смотрела фото водопада. И говорят о том, что он в летние месяцы, конечно, пересыхает. Весной он более полный, поэтому... Вот оно. Какие краски. Реально. Просто непередаваемые цвета. Особенно вот этот бирюзовый цвет воды и яркая зелень. Thank you.
А вот мы сейчас добрались очень близко к водопаду. И посмотрите, посмотрите вообще на камни, на мох, на зелень. Реально создается такое впечатление, как будто мы попали в какой-то доисторический мир. А здесь еще вот в этих лагунах, в этих небольших озерцах очень много рыбы и черепашек. Место, конечно, мне очень понравилось. Ну, во-первых, самой атмосфера здесь очень свежий, воздух, прохлада очень приятная. И, конечно, оно находится совсем недалеко от Анталии, в 20 километрах. Добраться сюда очень легко. Можно на автомобиле, если нет, это такси или даже сюда ходит общественный транспорт. Вот мы пришли к очередному месту. Здесь есть такая вот кафешка. Мне просто не терпится выпить турецкого кофе. Мы прошли достаточно много. Это и подъемы, и спуски, но никакой усталости совершенно не чувствуется, потому что вокруг такая красота, этот свежий воздух, это звуки, это пение птиц, звуки водопада, просто потрясающие. Смотрите, как здесь классно. Можно выпить чего-то вкусненького и любоваться такими классными пейзажами. Вот здесь еще есть мостик. Нужно же обязательно на него взобраться. Bak. Yengece.